Расскажите, пожалуйста, вот про русский дом вообще. Это что такое и как он организовался, вот историю? Ну, история вообще-то лучше Юра об этом расскажет, мне так кажется, или Юльчика, если хочешь рассказать. Да, вот про... У нас группа соотечественников, да, которые всегда хотели сделать здесь как бы такую организацию. На фонд мы, конечно, на то время еще не планировали. Начали с ассоциации, которая называлась «Русский дом на краю света» у нас. Ну и так потом потихоньку начали организовывать ряд проектов, которые уже были на более государственном уровне заинтересованы. Наш губернатор местный на то время, поэтому мы решили все-таки сделать такую более серьезную организацию. И у нас получился фонд, который называется «Русский дом на краю света». А в каком году у вас будет зарегистрирован? Официально зарегистрирован в 2014 году у нас. Угу. До этого была ассоциация. Вот поэтому первый наш такой большой проект, это был, который с РГО, который мы сделали, потом 70 лет Победы здесь тоже хорошо с помощью как бы посольства, естественно, Российской Федерации в Буэнос-Айресе, которые организовали. Поэтому потом потихоньку и все. Понятно. Ну, то есть, как я понимаю, что первые жители Ушуваева, это был Юрий, да? Как первые жители? Да, да. Потом вы приехали ему на помощь. Да. У вас какая-то там балетная школа, Юрий рассказал, да? Да, да. Ага, вы имели отношения, да? И сейчас? Ну, и сейчас, да, у меня балетная школа, конечно. Как интересно, потому что в Питере очень сильно балетная школа. Естественно. Ага. Самая лучшая школа в мире, Ваганковская. Привет, кто имеет отношение. И диаспора большая, русскоязычная вообще сейчас? Нас мало. То есть мы называем себя как бы все бывший Советский Союз. Угу. Потому что у нас и Россия, и Украина, и Казахстан здесь. Мы хотели показать, что нас ждет примерно. Вот наши предшественники были в Антарктиде. И вот я покажу после, ну, какого-то промежутка времени, кем они стали. Вот они сидят. Вот их обед, там они, не знаю, что уже делают. Прошло уже долгое время, как они находятся на этом шестом континенте. Вот. Так что вот такие мы и примерно будем. Обратите внимание, видишь, реечки специально для вывешивания наших картин. Наших картин, да, уже подготовлены. Они знали о нашем приезде. Это детский рисунок. Передан Кронштадтской школой, да, или кем? Школой. С сюжетами, связанными с полярными исследованиями, нашими путешественниками, кораблями, пингвинами и Антарктидой. Благодарю. Это нам же, но через 50 лет. Привет из Кронштадта. То есть или авторы, вы еще ко мне? Авторы этих работ, когда пойдут в Антарктиду, они зайдут и увидят свои рисунки. Вот один из авторов, который посетит Антарктиду через 50 лет. А ты рисунок твой есть там? Это сектор Аргентина, ну, хочет себе присоединить. Она претендует на... Вот всем переселенцам здесь дают по участку земли. 2 на 3. Все освобождены от налогов. НДСа нету, налогов нету. Есть свободные комнаты. А в тюрьме? Да, ну, и в окно. Да, можно. Питание, душ, стирка. А, кстати, если вы рождаете двоих детей, можно не работать здесь. Двоих или троих, там, то пособие, когда можно не работать, и просто жить здесь. Ушуаи в этом благодатственном месте. Это рай. Просто на юге. Рай, да, на юге. Настоящий юг в нашем понимании. Ну, лучше Крым. А где может быть рай? Только на юге. Только на юге, да.